Музыкальный критик понял, что звезда скрывает ото всех серьезную болезнь. В прошлом страстный почитатель Аллы Пугачевой критик Сергей Соседов все чаще говорит о ней неприятные вещи. На этот раз Сергей раскрыл тайну о болезни примадонны российской эстрады. Музыкальный критик заявил, что первые подозрения у него появились во время концерта Пугачевой в 2010 году. Сергей находился в зале и удивился, куда делись энергия и харизма знаменитой артистки. «Мы увидели фанерный концерт с какими-то нелепыми огромными декорациями, по которым Пугачева с трудом карабкалась изредка. Сплошные штампы, клише, отсутствие актерской игры, за которую ее всегда любили, вот, что было в зале», — пожаловался Соседов в интервью Дни.ру. Подозрения укрепились после выступления Аллы Борисовны в новогоднем концерте 2016-2017 годов. Критик увидел звезду по телевизору и заметил на ее лице признаки недомогания. «И я не сразу узнал ее, думал, это пародия. В женщине со скрюченными руками не было ничего от Пугачевой, которую я когда-то знал, любил. Зрелище было ужасное», — пояснил Сергей. Он обратился к знакомым врачам, которые посмотрели, как выступала Пугачева, и не сказали ничего утешительного. «У меня есть знакомые врачи, которые относятся к Пугачевой нейтрально. И я показал им запись, попросил сказать, как они оценивают состояние человека на этом видео. Вероятно, она перенесла инсульт или серьезную операцию на сердце. По крайней мере, тяжело больные сердечники выглядят именно так, заверили меня специалисты», — сказал Соседов.